Что? Почему эта работа такая плохая? Я тебя убью. Что? Я не слышу. Не мог бы повторить громче? Не сегодня. Не завтра. Но я тебя убью. Саймон. Что у него было? Нож? Был топор. Топор? Топор. Саймон, это моя правая рука. Важно иметь такого. Я хочу сказать, что без них очень много работы. А у тебя есть такие? Возможно, этот человек забирает души. Или просто. Конечно. Да. Дай мне свой топор. Я вернусь сразу. Возможно, Рик вернется со мной. Если нет, ну мы можем просто вывернуть этих людей изнутри наружу. Не так ли? Я хочу сказать, вот все, что осталось.